Сегодня одним из приоритетов в системе прокуратуры является создание резерва квалифицированных кадров и повышение навыков представителей отрасли. Академия Генеральной прокуратуры Узбекистана, в свою очередь, проводит целенаправленную деятельность в этом направлении. В ходе медиатура, организованного в данное учебное заведение, представители масс-медиа ознакомились с образовательным процессом. Необходимость создания в нашей стране системы подготовки и переподготовки сотрудников прокуратуры, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, а также обеспечения сферы научно-методическими материалами, послужили основой для создания Академии Генеральной прокуратуры. Деятельность Академии, объединяющая науку, образование и практику, не осталась незамеченной журналистами в ходе медиатура. Была дана информация о научном потенциале и учебном процессе Академии. Помимо переподготовки сотрудников правоохранительных органов, учреждение работает над повышением их лидерских качеств. В то же время студенты, изучающие право, имеют возможность продолжить обучение в магистратуре и докторантуре. Основу Академии составляют такие направления, как деятельность прокуратуры, следственных органов и противодействие коррупции. Кроме этого, Академия Генеральной прокуратуры, помимо всех этих направлений, еще занимается повышением квалификации сотрудников, призванных бороться с преступностью. Также Академия Генеральной прокуратуры проводит большую работу в деле анализа изучения причин совершения преступления, анализа совершения правонарушений, профилактики правонарушения. Система обучение проводится непосредственно во взаимосвязи с практикой. В этом содействуют специально оборудованные комнаты. Они помогают в приобретении навыков изучения места преступления, работы с доказательствами. За прошедшие годы Академия подготовила около 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. Сегодня продолжают работать в соответствии с современными требованиями. Участники медиатура также приняли участие в учебном процессе и ознакомились с проектами международного значения, исследованиями в этой области. К сведению, на сегодняшний день исследовательской деятельностью в Академии занимаются 12 докторантов и 38 независимых исследователей.